15 лет ансамблю песен и плясок внутренних войск МВД. За эти годы коллектив дал свыше 1000 концертов. В репертуаре эстрадные и джазовые произведения, а также современные обработки белорусских композиций. В этом году ансамбль получил звание заслуженного коллектива Республики Беларусь, а накануне артисты представили юбилейную программу. Достаточно такой хороший коллектив, который снискал уважение не только среди военнослужащих войск и Министерства внутренних дел сотрудника, но и среди гражданского населения. Постоянно обновляется репертуар, с ансамблем взаимодействуют и выступают ведущие наши артисты. Постоянно коллектив находится в поиске творческом, и я должен сказать, что, наверное, это им удается.